Александр Александрович, скажите, вот на какой стадии сейчас проводятся работы в Ивангороде на трех объектах, которые вы ведете? Может, какие-то есть трудности или какие планы и как вообще проходит работа? Можете что-то сказать? Работы идут планово. Все работы производятся согласно согласованному графику производства работ. Вот. Есть небольшие трудности, но эти вопросы решаем совместно с администрацией Ивангорода и с другими организациями, которые задействованы в данных вопросах. Вот. Сейчас на территории Федюнинского 5-7 работы выполнены под 75%. У нас остается только высадка зеленых насаждений, кустарников, травяных участков и спортплощадка, плюс установка малоархитектурных форм. Вот. На Кингисеппском шоссе была небольшая загвоздка, это главная площадь, участок. Там работа приостанавливается приблизительно на 3-4 недели планово. Вот. Сейчас там где-то 45% выполнения, но к 1 сентябрю постараемся выполнить этот участок тоже и открыть ленточку. И территория текстильщиков, Нарвские водопады, там небольшие вопросы, это с электрическими, по электрической части, решение принято, администрация содействовала нам в этом вопросе, поэтому работа не останавливается ни на один день, для того, чтобы мы успели все сделать в срок. Mm-hmm.
эти все три объекта, когда они уже будут сданы? Ну, вообще, если по трем объектам в общем сказать. По планировке запланирована сдача была к 1 сентябрю. По договору у нас сдача это 1 октября. Делаем все возможное сейчас, чтобы успеть все сделать в срок. Но в приоритете у нас это сейчас два адреса: Федюнинского и Кингисеппское шоссе. На текстильщиков мы чуть-чуть запаздываем, потому что там у нас есть пару нерешенных вопросов.